Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы будем с вами рассуждать и выбирать. Короче, эта игра называется Will You Press the Button? Ну а наш русский переводчик перевел ее как «Будете ли вы нажимать кнопка?» Кнопка, не кнопку, а кнопка именно. Ну, в общем, неважно. Короче, суть игры такая. Нам нам предлагают, типа, выбор какой-то там, какой-то хороший, типа, нам предлагают то, чего мы бы, возможно, бы хотели, какое-то крутое умение или что-то еще, но при этом есть у этого будет и обратная сторона. И мы будем решать, согласны ли мы на это или нет. Конечно, в реальной жизни такого не будет, это просто так, тест, можно сказать. Ну, давайте попробуем. Первое утверждение это, короче, вы богаты. Игра, кстати, на английском языке, я перевожу ее с помощью переводчика. Вы и поэтому, может, он переводить не совсем так, может быть, вопрос будет иметь другой смысл. Если будет так, то пофигу, будем нажимать, как переводит. Но, а на всякий случай, у меня тут в телефоне есть еще переводчик, чтобы на всякий случай переводить слова отдельно, если что-то будет где-то непонятно. Короче, вы богаты, но вы регулярно терпите покушение без возможности дать отпор, кроме удачи. Мы богаты. Вот регулярно терпим покушение. Я думаю... Быть богатым, конечно, хочется, но жить при этом спокойно, я думаю, хочется больше. Поэтому все-таки здесь я не соглашаюсь и нажимаю «я не буду». Ну и, собственно, со мной 77% согласны. Переходим к следующему утверждению. Вы становитесь Шерлоком Холмсом. Почему же? Холмс-то, ну ладно. Но больше нет преступлений, которые нужно раскрывать. Да, ну это скучно же тогда будет. Нет, тоже не будет. Хотя 50 на 50, смотрите тут. Какой тогда смысл в этом, если мы не будем раскрывать преступления? Так, переводчик открыть надо. Почему закрылся-то? Нажал случайно, нажал что ли? Так, ладно, пусть здесь лежит. Короче, следующий вопрос. Получаете $10 каждый раз, когда вы... Чего? Но вы должны сначала какать его. Я не понял, кого его-то? Кого его-то? Я ничего не понял вообще. Мы получаем $10 за то, что мы соберем. Но вы должны сначала какать его. Так, давайте оригинал посмотрим, потому что я не совсем понимаю. You have pop to first. Вы должны какать первым, что ли? Или... Ну, короче, я не понимаю. Я тоже туда отказываюсь. Мне тут не совсем понятно. Хотя, с другой стороны... 61 со мной согласны только 39% из 100. Ладно, давайте смотрим дальше. Вы живете во вселенной Звездных войн. Но вы клон. Нет. Тут я тоже говорю нет, потому что клоны это как солдаты. Это как солдаты в армии. В армию я бы точно не хотел. А Звездные войны там вообще чего хорошего? Там все время война да война. Там все время войны кругом. Я думаю, лучше жить в спокойном мире. Тоже отказываемся, да. И со мной 62% согласились. И, кстати, тут снизу комментарии появляются. Боба Фетт тоже клон, вот говорят. Но это так и есть, конечно. Так что, да, дальше.
вы будете счастливее и будете чаще улыбаться. Но вам придется смотреть My Little Pony, Friendship и Magic и стать Брони. Вот здесь я тоже не знаю. My Little Pony я никогда не смотрел. Но я слышал, что это более такое девчачье. Не для мужиков, поэтому я тоже скажу нет. Вообще ни разу еще не нажали на кнопку. Ну и 58% из 100 со мной согласны. У вас есть возможность встретить свою вторую половинку. Кто-то, кто идеально подходит для вас. Идеальный парень, девушка, которую вы всегда изображали. Ну, я не гей, я... Тут парень мы сразу отбрасываем, мы будем рассуждать про девушку. Но он или она, нет, он с отбрасом, я читаю, она умирает от рака и погибнет в течение года после встречи с вами. И в таком случае я буду чувствовать себя виноватым в том, что она умерла. Нет, если она умрет, если я приживусь с ней, она умрет. Это такое горище будет. Нет, тоже я скажу нет, потому что, ну, это плохо. Плохо, когда люди умирают. Ну и 66% со мной согласны. Конечно же. Так, следующий. Найдите лекарство от всех болезней и болезней. Чего, блин? Это вопрос или это задание? Ну-ка, оригинал покажите мне, я что-то не понимаю. Короче, видимо, у вас... Короче, тут, наверное, у вас... Тут, наверное, имеется в виду... Найдите лекарство от всех болезней и болезней. Короче, судя по всему, вы имеете... Наверное, тут имеется в виду, что у нас есть лекарство от всех, любых абсолютно болезней. Даже от коронавируса или туберкулеза, там всякого тифа. Хотя его сейчас уже нет. Но вы уязвимы ко всем болезням и болезням. Да, господи, что с переводчиком-то не так? И лечение работает на 50%. Какой-то странный вопрос, если честно. Я вообще не понимаю, что отвечать тут. Давайте почитаем, что в комментариях пишут. Я бы позволил умереть, я больше забочусь о собственной жизни. И ему в ответ пишут, ты мудак. Да, используйте лекарство дважды. Смерть не так уж и плоха. Хамины должны умереть. Так что если я болен, я могу исцелить себя. Понятно, короче. Ну давайте нажмем. Первый раз нажмем. Тут. Ну, почти 50 на 50, знаете ли, получилось тут. Как-то тут странно. Немного. Так, следующее. Вы получите любовь всей своей жизни, которая сделает с вами все, что угодно и никогда не будет обманывать. Но он быстро истощит ваши деньги и откажется устроиться на работу. То есть, если правильно перевести, то, наверное, вы получите девушку, которая будет любовью всей вашей жизни, которая... будет делать все, что вы хотите, и никогда вас не будет обманывать. Но при этом она быстро растратит ваши деньги и не будет работать. Я думаю, нет, это плохо. Я говорю нет. Ну и 63% со мной согласны. И тут в комментариях пишут, какие деньги? Все думают, что без денег мы будем в депрессии, что не соответствует действительности. Исследования показывают, что бедные люди счастливее, чем богатые. Ну хорошо, следующее. Вы можете контролировать разум любого, кого хотите, но существует 24-часовой лимит, и это можно сделать только один раз каждому человеку. Ну, знаете, вот здесь уже порассуждать можно. Тут смотря каким человеком, разум кого контролировать. В принципе, может быть, для кого-то это будет интересно. Поэтому я нажму. Я согласен. И 81% из 100 со мной тоже согласились. В комментариях пишут, я могу быть для лучшим.
лил уж из восстания, затоптал бы тебя в тротуар. Так, ладно. У вас всегда будет нужная сумма денег, чтобы купить все, что вы хотите в своем кармане. Но вы никогда не найдете любовь. Слушайте, а вот тут уже зависит от предпочтений человека. Еще, кстати, зависит тоже по возрасту человека. Если человек уже является там стариком, ну, дедом, то ему, в принципе, подходит это. Ему, в принципе, это подходит. Ну, или для тех... Ну, или для тех людей, которые, в принципе, в любви не нуждаются. Вот тут я даже не знаю, что выбирать. Давайте комментарии почитаем. Деньги не могут купить любовь, но они могут купить удовольствие, любой вид удовольствия. Да. Я понял, о чем тут имеется в виду. Давайте не будем это обсуждать. Короче, давайте пышем. Здесь. Ну, впрочем, все-таки 41% согласны. Ладно, тут просто я не знал, что выбирать. Выбрали на рандом. Вы можете телепортироваться в любую точку мира. Но каждый раз, когда вы телепортируетесь, вы должны идти по длинному коридору, полному жутких клоунов, которые нащупывают вас. Ну, в принципе, если такое умение и есть, но при этом пользоваться им не обязательно, а только по своему желанию, при какой-то необходимости какой-то, прям вот попасть в какую-то точку мира и обратно, то, в принципе, может быть даже выгодно. Щелкаем. 57%. Ну, большая часть, но далеко не так. Так, ладно, смотрим дальше. Вы физически не способны умереть. Но вы также физически не способны лгать. Это как физически не способны лгать? Ну, тут не знаю. Ну, тут скорее я нажму на кнопку, потому что быть честным, что вот лгать, быть честным все-таки полезно. Хотя не ко всем, знаете ли. Дальше, смотрим. У вас есть замечательные лучшие человеческие навыки. Гений, суперстильный и т.д. Но ничего интересного никогда не случится. Нет, если ничего интересного не случится, то нахрена мне вот эти навыки вообще? Нет. Почти 50 на 50, кстати. Вы не получите вехт. Так, переводчик, дайте мне сюда. Что такое вехт? Так, вехт. Вехт. Масса. Масса это... Тут, наверное, имеется в виду, вы не станете жирным. Но вы должны есть овощи всю оставшуюся жизнь. Ну, тут... Не знаю, смотря какие овощи. Вот огурцы и перец болгарский, я, в принципе, не против. Если кроме них не обязательно еще овощи другие есть, то, в принципе, я соглашусь. Вот толстым я точно быть не становлюсь. Но большая часть людей все-таки со мной не согласна. Вы становитесь самым красивым мужчиной на Земле. Но вы возвращаетесь к своему нормальному «я». Нормальному «я». В полночь... Так, погоди, давайте перечитаем. Вы возвращаетесь к своему нормальному «я», то есть своему предыдущему облику нормальному, в полночь остаетесь таким до 6 утра. Если вас кто-то увидит в это время, вы станете самым отвратительным монстром в мире на вечность. Пошли нафиг! Нет! Да и, в принципе, я не стремлюсь стать самым красивым мужчиной на Земле. Ну и со мной согласились 68%. Противоположный пол находит вас действительно привлекательным. Этот вопрос
подойдет и для женщины, и для мужчины, я так понимаю. Но ты гомосексуалист? Не. Ну, во-первых, я не гомосексуалист. А во-вторых, если ты гомосексуалист, то надо тут уже менять предпочтение. Вот и вообще не всегда чувствуешь себя довольно-таки плохо, особенно чувствуешь, когда ты кому-то нравишься, а она тебе нет. Поэтому тут тоже нет, наверное, потому что это как-то слишком странно. Кстати, в комментариях пишут: это жизнь, которой я живу сейчас. Да, вот даже сложно представить эти слова даже. Вы получаете ответ на один вопрос. Вы забудете ответ через час, и вы никогда не найдете его снова. Ну тут, смотря какой вопрос. Если мы забудем ответ через час и никогда не найдем его снова, то тогда какой смысл в ответе? Но единственное, для чего это может подойти, если мы должны узнать ответ и рассказать его кому-то, если сильная необходимость, меньше чем за час. Ну, правда, если при этом тот, кому мы дали, не забудет этот ответ. Так что, в принципе, я тут кнопочку нажму. Хотя тут тоже почти 50-50. Следующее. Вы можете посетить любое место во Вселенной и не пострадать от чего-либо вредного. Но вы никогда не сможете посетить Землю. Ничего лучше из Земли, я сомневаюсь, что найду. Нет. Следующее. Ваше обоняние становится в миллион раз более чувствительным. Цветы и продукты прекрасно пахнут, и вы можете отслеживать такие вещи, как Bloodhound. Какой еще Bloodhound? Это что такое вообще? Но, к сожалению, ваше обоняние, извините, стало в миллион раз более чувствительным. Вы все время чувствуете запах всего вокруг вас в поезде. Это все равно, что иметь нос в каждом отверстии каждого пассажира. Чи странно. Да, мы будем чувствовать запах вонючих носков, запах потных людей в спортзале и не только. Так что тут не надо. Пусть лучше будет так, как есть. Ну и лучший комментарий просто нет. Просто нет. Вы можете дышать под водой. Но когда вы касаетесь воды, вы становитесь русалкой. Вот знаете, что это мне напомнило? Есть такой мультфильм, девчачий, конечно. На узнавайке Дисней показывали раньше. Да, я, кстати, его смотрел. София прекрасно называется. И там принцесса София, короче, получила способность становиться русалкой при необходимости, если надо плавать под водой. И при этом она там, соответственно, дышать может. Так что тут интересно. Но в принципе, если... Вот тут странно, на самом деле. Если мы становимся русалкой, даже если не хотим становиться русалкой, погружаясь в воду, то тут не знаю даже. Тут даже не знаю. Хотя, с другой стороны, мы сможем подводный мир повидать. Так что, наверное, нажмем на кнопку. Это довольно-таки интересно. В этом нет недостатка. Он не говорит, что вы можете вернуться к человеку. Не, ну тут... Ну, наверное, но надеюсь, что при этом можно снова стать человеком потом. Так, ну, давайте предположим, что можно, и щелкните на кнопку. Следующее. Вы получите 20 пожеланий без ограничений. Но каждый минус с числом удваивается. То есть вы теряете 2 часа своей жизни каждый раз, когда делаете пустоту. Вы теперь теряете 4. Что-то я тут не совсем понял, если честно. Давайте попробуем вникнуть и
Вы получаете 20 пожеланий, то есть 20 любых желаний моих исполнится, которые я захочу, получается. Без ограничений, то есть даже если я хочу взорвать землю, никто не будет против. Ну, конечно, я такого не хочу. Но каждый минус с числом удваивается. Вы теряете 2 часа своей жизни каждый раз, когда делаете. Что-то я не пойму вообще, что тут в но написано. Давайте посмотрим. Насколько я понимаю, если что-то вроде курения сократит вашу жизнь на 1 год, это сократит вашу жизнь на 2. Ну, тут, если так именно рассуждать, то лучше вредных привычек не употреблять просто в таком случае. А так, в принципе, согласиться можно. Так, ладно, следующее. 20 минут уже прошло. Вы можете паркур. Но все бросают у вас кирпичи, когда вы бежите. Зачем мне вообще проходить паркур? Я об этом даже и не задумывался, что мне это надо делать. Нет. Вы получаете возможность вытаскивать деньги из карманов, когда захотите, но вы должны отказаться от 3 своих конечностей. Ходить на одной ноге и пользоваться одной рукой. Зачем и деньги, если мы жить при этом нормально не можем? Нет, нет, ни за что, ни за что. Ни за что. Следующее. Вы получите 3 любых желания, но 3 близких вам человека умрут. Тратить желание, возвращая их обратно, или игнорировать это и позволить своим самым смелым фантазиям воплотиться в жизнь. Знаете, близкие нам люди, тут даже не случайно какие-то люди, тут близкие нам люди именно. И их жизни для меня гораздо важнее, чем любое мое желание. Поэтому извините, нет. Но с другой стороны, если было бы желание всеобщего мира у нас на Земле, но при этом пожертвовать кем-то. Ну тут тоже не хочется знать. Я только если люди сами готовы. Ну, вот эти, которые могут умереть. Но знаете, все-таки нет, все-таки нет. Следующее. Вы будете Богом. Богом чего? Богом всего, что ли? Но никто не узнает, существуете ли вы на самом деле. Нет. Потому что вообще зачем. Я не совсем не понимаю вообще, зачем Богом, если никто про вас не знает. Но при этом со мной 68% не согласны. Так, переводите. Вы были бы существом с демоническими силами, борющимся за добро и защищающими людей. Но чем больше вы сражаетесь, тем более демоническим вы становитесь, пока не откажетесь от рассуждений, и только смерть освободит вас. Буду лучше таким, каким есть. Ну, тут 50 на 50 почти, кстати. Дальше. Будьте в состоянии проецировать свой дух как призрак. Вы можете видеть других призраков и говорить. И бродить по всему миру, как вы думаете. Даже сквозь стены проходить, я так понимаю. Когда вы думаете о месте, вас туда берут, и вы возвращаетесь и покидаете свое тело, как вам благоразумится. Но вы получите супер ужасающие реалистичные кошмары и странные отметины на вашем теле. Тут, знаете, ну тут странные отметины на вашем теле. Это можно сказать, что ты выглядишь как скелет. Ясно, тут можно сказать. Ну тут тоже не для всех подходит. Если вы человек одинокий совсем, у которого там родственников не осталось, вы один там, то может быть это подходит. Попасть в мир духов и там найти своих родственников, пообщаться с ними. А вот для тех, у кого все еще впереди, и много кто окружает тебя сейчас,
и меня в том числе не подходит. И со мной согласились 53% людей. У вас есть неограниченный денежный банковский счет, но вы должны убить кого-то за первые 1000 долларов и еще одного человека за каждые дополнительные 1000, 1500 долларов. Вы не можете быть наказаны за это. То есть у нас неограниченный банковский счет, но при этом мы его пополняем вот этим. А тогда почему неограниченный денежный банковский счет-то тут непонятно? Но если убить любого, даже те, кого я не в школе ненавидел, тут. Не знаю. Если у меня есть такая способность, не буду ничего скрывать. Если есть такая способность, но мне пользоваться ей не обязательно. То есть я по-прежнему, если я могу деньги зарабатывать адекватными нормальными способами, то тут я согласен. Не обижайтесь, если что. В принципе, со мной согласилось 59% людей. Так давайте еще немного и заканчивать будем. Вы можете заниматься сексом с кем угодно в любое время. Но ваши родители должны это видеть. Нет, ну нафиг, извините, пожалуйста. Так, зачем моим родителям знать это? Так, следующее. Вы можете изменить три вещи о себе, но из-за тех, кого вы знали раньше, не узнает вас после изменения этих трех вещей. Нет, я думаю, лучше в таком случае не менять ничего. И со мной согласилось 55% людей. Вы получаете таблетки, которые дают вам силу по вашему выбору, но их необходимо вводить в виде суппозиториев. Это что такое вообще? Суппозитории, это что такое? Давайте комментарии посмотрим. До тех пор, пока мне нужно сделать это только один раз, я могу контролировать все технологии в радиусе 100 килей и могу трансформироваться ко всем указанным технологиям. Хорошо, если вы возьмете это один раз, и моя сила останется в том, что я могу иметь любую силу, которую я хочу в любое время. И они длятся до тех пор, пока я живу. Просто позвольте мне напиться раньше, и, пожалуйста, используйте смазку. Это для... Короче, я что-то тоже не понимаю. Давайте. Опять наверх. 75% со мной согласилось все-таки. Ладно, давайте еще пару штук и хватит. Вы можете вернуться в любой момент истории. То есть я могу вернуться даже в 2006 или 2008 год. Но раз в год приходится проводить 2 недели в нацистском концлагере. Ну, 2 недели это не так уж и много, поэтому я соглашусь, наверное. Почему бы нет? Подождите, я концлагерь, подождите, я неправильно прочитал. Я не так понял, по-моему, концлагерь. Ну, короче, я не совсем просто понимаю, что такое концлагерь, может кто-то объяснит в комментариях. Ну, в принципе, если вот это не обязательно, но при этом есть возможность окунуться в прошлое и узнать, что как было, то, в принципе, может быть, пали. Может, придется. Если мы живы, там останемся, с ним все нормально. Ну, на самом деле, знаете, лучше это тут, наверное, лучше нет было сказать, потому что в концлагере не надо все-таки быть. Я неправильно рассудил там совсем. Так, ну и давайте последнее. Обладание силой быть богом. Но ты всегда пьян. Нет? Что-то это было легко. Давайте последнее снова. Вы можете смотреть любое шоу, фильм, аниме, которое вы хотите. Но вы можете смотреть его только онлайн и должны обновлять веб-страницу каждые 10 минут. В принципе, это не так уж и сложно обновлять страницу каждые 10 минут, поэтому давайте щелкнем. Хотя, правда,
Хотя со мной только 35% согласились. Ладно, давайте закончим на этой. Я думаю, что это не последняя серия по этой игре. Я думаю, мы еще в это поиграем, порассуждаем. Мне очень понравилось рассуждать, надеюсь, вам тоже. Мы обязательно продолжим. Мы обязательно еще поснимаем эту игру. Я оставлю на нее ссылочку в описании. Это флеш-игра. Ну, не флеш, а как бы просто интернет. Не надо ничего качать, просто в интернете в самом. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вас лайк, подписывайтесь, сменяя печень видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте обязательно. Всем пока, с вами был Максимадзе.